Здравствуйте! С вами Дмитрий Шарий и компания «Мастер Инструмент». Сервис шиномонтажных работ просто немыслим без наличия хорошего домкрата на рабочем участке, даже при наличии подъемника. Однако, чтобы работа шла в штатном режиме, без неприятных форс-мажоров, а очереди здесь клиентов не рассеивались, как утренний мираж из-за внезапных сбоев в оборудовании, я расскажу вам сегодня, на чем остановиться при выборе домкрата. Модель домкрата Norberg 32035. Модель более 15 лет на рынке в России. Модель, проверенная временем. Грузоподъемность 3,5 тонны. Максимальная высота 558 мм, а минимальная 90 мм. А вес всего 45 кг. Первое, что бросается в глаза – удобство, неприхотливость, даже в самых грязных рабочих условиях. Вам без необходимой экономия времени, не так ли? В домкрате двойной плунжер насоса, а это значит, что всего за 8 полных штуков домкрат поднимает на его максимальную высоту 558 мм. Спуск же осуществляется плавным вращением ручки за счет установки карданного узла. Что немаловажно, в домкрате установлен предохранительный клапан. Стоит отметить прочность домкрата. Рама изготовлена из опрессованного листового железа, которое также усилено ребрами жесткости. Мощные передние и задние колеса, которые не только обеспечат хорошую маневренность, но и стабильность под рабочей нагрузкой. Вы ведь тоже любите практичность и удобство. Ручка длиной 1,5 метра не только удобна, но и обращена в защитную изоляцию, которая исключает любые повреждения кузова ремонтируемого автомобиля. А теперь ответьте на вопрос. Вы заинтересованы в хорошем качественном домкрате, который не требует пристального дотошного внимания, не требует вложения в ремонт? Вы заинтересованы в сервисной поддержке от фирмы-производителя, от фирмы, которого продала, которая всегда находит и запасные части, и ремкомплекты, а самое главное – время и возможность ответить на все ваши интересующие вас запросы? Тогда звоните прямо сейчас и успейте приобрести надежное и качественное оборудование, проверенное временем от компании «Norberg».